себя в порядок сейчас хоть приводи. Хватит этим лысым ходить, да без бровей. Потому что ваш вид явно вызывающий и деструктивный. Он может вызвать ЧП. А что с Шейном? Что у него было переломано? Все, блин, полезно. Трап, он изначально эта тема политическая. Кир, тебя даже сантехником не возьму. Разберусь. Я знаю, что ты вот, ты ничего не добьешься. Ничего не добьешься. Каждый день выхожу в Москве, еду в эту мастерскую, что-то там делаю, но когда я из нее выхожу, я все равно понимаю, что я там никто. Я на тебе судебная повестка пришла, что ты там натворил? Нет войны! Нет войны! Будет сидеть что-то, наверное. Изводи. Так. Теперь стреляю. Колет? Закрепи. Thank you.